Контраст. Красный, яркий. Шапочка на фоне руин и такого неоклассицизма. Чи підтримуєте ви ідею фотографів про утопічність тих ідеалів, які були раніше і що з них вийшло зараз? Ну, я не приймаю ідеалізм в принципі, хоча він мені і близький. Любая утопія, идеализм – это удел творческих людей, в том числе и фотографов. Если он остается в фотографии, то пожалуйста. А если его пытаются как-то там воплотить в реальности, то это уже порой выглядит глупо. А чи продаете ли еще на таких подобные философские фотографии? Вы понимаете, очень плохо это все вышло, такое прецедентом для философства. Как правило, это должно быть чем-то достаточно естественным. Ну, то есть, если уж так, то скорее я это приветствую, но сам я человек и так, и безвыстно склонен к философству, к наблюдению. Спасибо большое. Пожалуйста.